Уральские врачи совместно со специалистами из Швейцарии провели уникальную хирургическую операцию на сердце без единого разреза на грудной клетке. Сложнейшие медицинские процессы проводятся через небольшой разрез в области бедра. С подробностями наш корреспондент. Операция на сердце без единого разреза в грудной клетке. Это и есть ТАВИ – манипуляция по замене артериального клапана в сердце. Теперь она доступна для пациентов областного кардиологического центра Западно-Казахстанской области. Вторую подобную операцию в нашей больнице, операцию ТАВИ, доктора провели совместно с коллегой из Швейцарии, профессором, доктором медицинских наук Робертом Баушмитом. Особенность операции заключалась в том, что пациентка полностью находилась в сознании, и вживление искусственного клапана в сердце проходило через разрез в бедре. Благодаря этой процедуре искусственный клапан доставляется до места назначения, где он раскрывается и начинает работать. Важно отметить, что вмешательство проводится на работающем сердце, что очень важно для пациентов пожилого возраста. Это клапан Allegro, европейский клапан. Он выполнен из нитиноловой стали и бычьего перикарда. То есть это не свиной. Как говорится, есть альтернатива тем клапанам, которые там, допустим, индийские и тому подобное. Произошел закуп, мы уже его купили, как бы сказать. Здесь сами скупили. Да, больница сама закупила. И в данный момент мы просто приглашаем самих специалистов, чтобы они помогли нам имплантировать. Для того, чтобы проводить такого уровня операции, по словам швейцарского хирурга, необходимо современное оборудование. Помогут они не только в процессе, но и в дальнейшем наблюдениях за пациентом. Занимает имплантация артериального клапана в странах Европы около 40 минут. Я работал в таких странах, как Германия и Швейцария. Ежегодно в Германии проводится около 18 тысяч таких операций. Для того, чтобы данный вид операции развивался в Казахстане, в первую очередь нужны средства, так как транскатетерная имплантация стоит значительно дороже, нежели открытая хирургия. Второе – это обучение врачей данному виду операции. Несмотря на то, что сама операция дороже открытой, затраты после нее для пациентов значительно меньше, так как пациенты после данного вида операции могут практически на следующий день встать на ноги. Так, в результате данной операции по обмену опытом местные медицинские специалисты смогут самостоятельно проводить операции на сердечном клапане. Стоит отметить, что данный вид операции предоставляется бесплатно каждому гражданину страны в рамках гарантированного объема медицинской помощи. Дана Керимбаева, Абулла Жыгапар, Александр Грабарев, телеканал ТТК-42.